Точечная застройка города часто не только портит его эстетический вид, но и травмирует жителей. Речь идет о недобросовестных застройщиках, которые игнорируют требования к содержанию стройплощадок и прилегающих территорий. Так, на перекрестке проспекта Советских Космонавтов и улицы Воскресенская дом еще только начал строиться, а на ограждениях уже множество надписей. Кроме того, навесы после зимы не внушают доверия. Обвалится, не обвалится. В ожидании так идешь и думаешь, как бы на тебя на голову ничего не свалилось. Такие же проблемы у новостройки на Серафимовича. Рекламное объявление застройщик старается убирать забором, а вот крышу на нем укрепить, видимо, руки не доходят. Все эти нарушения фиксируются и выдается предписание об устранении нарушений. Должна быть обеспечена эксплуатационная безопасность как отдельных элементов, так и всей конструкции ограждения в целом. Должен быть убран мусор бытовой и строительный с прилегающей территории строительных площадок. Должны быть удалены с ограждения рекламная информация, посторонние надписи. Кстати, на застройщиков, которые нарушают требования к содержанию прилегающей территории, можно жаловаться в городской департамент градостроительства или оставлять сообщение на сайте администрации Архангельска.